Как только начал таять снег, по Омску стало значительно труднее передвигаться. Днем вода, ночью лед. Как говорят горожане, особенно тяжело пешеходам. Между тем, коммунальщики рапортуют, что места возможного подтопления от снега давно очистили, и серьезных проблем быть не должно. Кто прав? Мы отправили нашего корреспондента Юлию Боброву на самые труднопроходимые, по словам Амичей, участки, чтобы разобраться, насколько обоснованы претензии жителей города. Больше всего на непроходимые тротуары жалуются пожилые люди и мамы с грудными детьми. И это понятно. Женщинам приходится ходить вот с такими тяжелыми колясками по грязным, неровным и залитым водой тротуарам. Я тоже взяла коляску и попробую пройтись по некоторым омским улицам. Посмотрим, какие препятствия я встречу. Итак, это улица Ватутина. Представим, что я молодая мама и мне нужно прогуляться с ребенком, а заодно зайти в магазин. Пойдем в ту сторону. Тротуаров нет вообще, поэтому здесь ходят прямо по проезжей части. И это неудобно и, более того, страшно, потому что здесь огромная лужа, а под ней находится лед. И поэтому идти здесь нужно очень аккуратно. Как вот в коляске проехать? Не знаю. С ребенком. Где тут? Негде даже не проехать, не пройти. Хоть на крыльях летай, хоть у птиц крылья проси. Вот как мы живем. А вот улица Дианова. На то, что здесь невозможно ходить, тоже были жалобы. Ну, как мы видим, здесь действительно очень неровная дорога, тротуара практически не видно подо льдом и снегом. Идти очень сложно, но зато есть примечательный момент. Здесь работают коммунальщики, а значит, эта улица скоро будет чистой. И, наконец, представим, что у меня есть еще и ребенок, который учится в школе. Вот в этой, на улице Бульвар Архитекторов. Придется идти с коляской до школы. И я уже вижу, что это будет сложно. Так, ну здесь, конечно, совсем грустная ситуация. То есть возле школы, где ходят дети, мамы с детьми, огромная лужа, все очень скользко. Но спасибо, что хотя бы поставили какой-то тротуар. Попробую сейчас по нему проехать. Очень-очень-очень скользко, конечно. Ой, вот так вот. Я сейчас заехала в лужу. Нет, проехать здесь, конечно, будет очень тяжело. Практически нереально. Ничего не убирается. И школьники также ходят по воде, по грязи. А сколько мы платим вот за это? Вот почему дворники не убирают? Никто не убирает, никому не надо. На самом деле таких труднопроходимых мест гораздо больше. И там приходится ходить детям, пожилым людям и женщинам вот с такими тяжелыми колясками. Между тем снег только начал таять, так что тротуары останутся в таком состоянии минимум до середины апреля. Юлия Боброва, Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.